В минувшее воскресенье ивановско-баскетбольная команда «Энергия» провела очередной матч первенства России. На этот раз против ивановских баскетболисток играли девушки из оренбургской «Надежды». «Энергия» проиграла. Но учитывая, что «Надежда» является одной из сильнейших команд премьер-лиги, результат у наших баскетболисток неплохой – 67-73. В результате поражения «Энергия» вновь сместилась вниз в турнирной таблице. Сейчас она занимает предпоследнюю, девятую строчку.